Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Добро пожаловать на программу «Фестиваль Манны». Сегодня на севере Израиля, в Кесарии Филипповой, пасмурно. Это прекрасное место известно нам по Библии. Именно здесь Христос спросил своих учеников: «За кого вы почитаете меня?» Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это произошло именно здесь. Сегодня у меня практическое слово. Порой в нашей программе звучит пророческое учение, которым мы известны, порой мы изучаем еврейские корни, а сегодня я задам вам вопрос. И мы найдем ответ в Писании в книге Деяний. Что вы будете делать в 11:59? Надеюсь, что сегодня к нам присоединится моя сестра. Итак, что вы будете делать в 11:59? Для начала прочту вам несколько стихов. Находятся они в книге Деяний, 16 главе. «И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Многие из вас знают предысторию. Павел и Сила были командой служителей. Дух Божий направил их послужить в конкретный город. Мы бы назвали это евангелизацией. Это греческое слово значит «делиться радостной новостью», то есть Евангелием. Павла и Силу арестовали. Проповедь Евангелия часто встречала отпор в Римской империи, поскольку Цезаря считали Богом. В Римской империи работали 7 дней в неделю. Римляне, которые в основном были язычниками, работали 7 дней в неделю. У иудеев была суббота, а у христиан день поклонения, в который они не работали. Также стоял вопрос сбора налогов, который осуществлялся в языческих храмах. Другими словами, построив храм Диане или другому языческому божеству, Римская империя могла собирать налоги с туристов и гостей этой местности. А теперь пришла группа людей, которые рассказывают о другом царе, об Иешуа. Он был новым царем царства. Римская империя и так считалась царством. Так что ребята столкнулись с двумя конфликтами. Они говорили о другом царе другого царства, которое в книге Даниила названо «Царством Бога». Также они призывали людей работать в субботу, что противоречило Торе. Тора не велит работать в субботу. И это третий конфликт. Попытка заставить работать людей, которые не хотели работать в этот день недели. Четвертый. Вопрос налогов. В итоге люди начали верить в нового царя, новое царство, и больше не ходили поклоняться в языческие храмы. Видите, какой кризис угрожал Римской империи. По этой причине Павла и Силу арестовали, избили и бросили в тюрьму. Это произошло вечером. Скоро вы увидите, какой практический вывод я сделаю из этой серии. Очень скоро. В полночь Павел и Сила начали петь славу Богу. Их ноги были в колодах. Двери тюрьмы были заперты. Однако другие заключенные слышали эти песни, прославляющие Господа. В полночь что-то произошло. И вот мой вам вопрос. А что вы делаете в 11:59? Вы все разбираетесь во времени и понимаете, что 11:59 значит за минуту до полуночи. В полночь что-то произойдет. В полночь приходят ответы. В полночь основание поколеблется. Но в 11:59 еще ничего не происходит. Давайте поговорим о людях, которые считают, что ничего не происходит. Случалось ли, что вы молились, но ничего не произошло? Возможно, вы ходили в синагогу,
или в церковь, чтобы поклониться, помолиться и спросить Бога о том, что вам нужно, и ничего не произошло. Помните одно. В 11:59 Павел и Сила были связаны. Их спины кровоточили. Их избили плетьми. Вы не знаете, что это такое. Римляне брали плети и наносили по спине удары до крови. В иудейской традиции обычно делали 39 ударов. 40-й удар не наносили, поскольку он мог оказаться смертельным. Римлянам было все равно, поэтому мы не знаем, сколько ударов плетьми получили Павел и Сила. Их спины болели и кровоточили, их ноги были в колодах. Колоды — это два куска дерева, между которыми помещали ноги и руки. Ноги при этом вытягивались. Это было больно. Дальше — заточение в тюрьме. Я знаю натуру человека. Они легко могли бы сказать: «Я ухожу из этого служения. Я больше не собираюсь проповедовать римлянам. Если Бог допустил со мной такое, я лучше займусь чем-то другим». В Новом Завете есть человек, который так и сделал. Его звали Димас. Библия говорит, что он ходил с апостолом Павлом, но слишком любил этот мир. Ему не нравились гонения и то, что происходило после проповедей Павла. Наверняка вы помните, что именно происходило. Когда Павел приходил куда-то с проповедью, там начиналось либо пробуждение, либо восстание. Он приходил в город свободным, но оказывался в тюрьме. Я скажу, как есть. Многие люди не смогли смириться с гонениями и давлением. Они ушли. Так что же означает 11:59? Это время, когда к вам плохо относятся. 11:59 — это время, когда вас унижают. Это время, когда вас ранят. Задам вам вопрос. Это слова моего сына Джонатана, который тоже находится здесь. И звучит он так: «Ты можешь славить в боли? Можешь ли ты славить, когда тебе очень больно?» Порой люди говорят: «Бог благ всегда». Да, наш Бог благ всегда. Вы заметили, что люди говорят вам эти слова, когда у вас беда? И тот, кто говорит вам: «Бог всегда благ», ничего не пережил. Их деньги в банке целы, машина не сломалась, шины не спустили, кот не убежал, а собака не умерла от отравления. А ваша собака умерла, кот сбежал, ребенок простыл, и вы потеряли работу, и вам говорят: «Бог всегда благ». Да, я верю в это. Бог благ, но бывают времена, когда вы не чувствуете, что Бог всегда благ, да? Я понимаю, что мною двигают не чувства и невидение, иначе это не вера. Библия говорит, что мы должны ходить верой. Но самое забавное, эти два человека поняли, что нужно славить в боли, потому что 11:59 — это время, когда вы молитесь и не слышите ответа. Время, когда вы по-прежнему ходите в синагогу или церковь, поклоняетесь, молитесь и делаете все, что нужно делать, но ребенок по-прежнему болеет. Вы по-прежнему без работы, а счета так и не оплачены. Но я дам вам слово. Вы готовы? На часах 11:59. Скоро полночь. Смотрите, я уже разминаюсь. Смотрите, уже 11:59. Нам кажется, что полночь — это время проблем. Но помните, что в книге «Исход» именно в полночь ангел смерти прошел мимо евреев. В полночь кровь ягненка на косяках и перекладинах дверей защитила людей от ангела разрушения во время Пасхи. Была полночь. Бог сказал: «В полночь я пройду среди вас». Порой нам кажется, что полночь — это что-то негативное, но именно в полночь приходит прорыв. Теперь скажу о трех вещах, которые произошли с этими служителями. В 11:59 ничего не происходило. Но наступила полночь, и они запели.
я записал практические пункты. Первый — основание поколебалось. Второй — цепи, которыми их сковали, распались. Третий — запертые на замок двери открылись. Итак, что такое основание? Основание — это корень проблемы. Несколько лет назад я говорил с женщинами из штата Алабама, чьи мужья никак не служили Господу. В среду вечером я проповедовал на тему «Вы смотрите на плоды, когда нужно молиться о корнях». Пример — смоковница. Вы помните эту историю в Новом Завете, когда Христос увидел смоковницу? На ней были листья, а плодов не было. Когда Он проклял смоковницу, Он проклял не листья, а корень. Она бы не засохла за сутки, если бы прокляты были только листья. Я сказал этим женщинам, зачастую, когда вы молитесь, чтобы ваши мужья пришли к Господу, вы говорите, «Господь, коснись их! Господь, исцели их! Приведи их!» Но не исследуйте, что мешает им прийти. А что же нужно делать? Подумайте, какова проблема вашего мужа? Возможно, это похоть или зависимость, скажем, от алкоголя или наркотиков. Я сказал женщинам, молитесь об этой проблеме, а не просто просите Господа коснуться, исцелить или привести. Я понял, что мои молитвы изменились, когда я начал искать корень проблемы. Порой корень — это дьявол. Если корень — это дьявол, вам нужно молиться против духа и связывать его. Если есть какая-то проблема, найдите ее основание, ее корень. Этот корень, это основание должно поколебаться. Бог поколеблет это основание, каким бы оно ни было. Далее второе. Цепи спали. Что такое цепи? Цепи — это то, что вас удерживает. Цепи — это то, что мешает вам делать и двигаться так, как нужно. Второе, что должно произойти, цепи должны упасть. Найдите корень. После этого спадут цепи. В Штатах мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди становятся зависимыми от героина, кокаина, порнографии. Есть люди, зависимые от азартных игр. Они тратят на игры все свои деньги. Теперь третий и очень важный пункт. Библия говорит, что двери были заперты. А кто из вас знает, что Христос сказал, «Я отворил перед тобою дверь, если дверь не должна быть открытой». Открытой, он будет держать ее закрытой. Но если ее нужно открыть, он откроет ее. Знаете, о чем мне это говорит? Это говорит мне, что ручки от моих дверей с другой стороны. Не я открываю свои двери. Не я закрываю свои двери. Если Господь говорит, «Я открываю, и я закрываю», значит, Ему решать. Эти двери контролирует Он. Контроль ведется с небес. Согласны? Нам кажется, что все в наших руках. Я отвечаю за это, проверяю вот это, я получаю работу, я это делаю, я. Не смотрите на меня так, если перед вами. Закрылась дверь, не злитесь. И не говорите, «Бог, мне нужна открытая дверь». Очень нужна. А это закрыто, и вот та закрыта. Если закрыто, значит, вы стучитесь не в те двери. Когда дверь открывается сверхъестественно, вы будете знать, что ее открыл Господь. Я быстро приведу вам один пример. Несколько лет тому назад я готовился купить землю, потому что Господь положил мне на сердце мысль построить международный центр Омега. Я нашел землю площадью в 16 акров, недалеко от отелей, с целью построить большой зал для молодежи. Место было идеальным. Когда мы поехали ее покупать, Бог вдруг проговорил ко мне, «Земли слишком мало». Я спросил, что значит «слишком мало». Он ответил, «У тебя будут палатки с различными сооружениями. Тебе нужно 100 акров». Я спросил у Бога, «Почему ты не сказал об этом раньше?» Наш оператор Фрэнк помнит все эти события. Бог ответил, «Ты был слишком занят и не слушал меня». Это была правда.
Я метался от одного дела к другому и пытался открыть двери сам. Я вновь начал поиски, но нужных вариантов не было. Я расстроился. Через дорогу от офиса служения «Голос евангелизма» была огромная ферма, которой владел Стив Уильямс. Мой поверенный спросил: «А ты не думал купить землю через дорогу?» Я спросил: «А она что, продается?» Он ответил: «Не думаю, но мы можем поговорить с владельцем». И вот мы пошли к Стиву. Он был баптистом, а жена из пятидесятников. Стив хорошо меня знал. Когда-то давно мы с ним работали в нескольких проектах. Я спросил, не продаст ли он мне свою землю. Он ответил: «Сынок, если ты решил построить здесь еще одну церковь, чтобы в Кливленде было две твоих церкви, ты никогда не получишь эту землю». Я сказал: «Я не буду строить церковь». «А зачем тебе земля?» Я сказал: «Это для молодежи. Господь велел мне формировать новое поколение. Нам нужно место для наших многочисленных конференций». Стив сказал: «О, Господи». Я уточнил, что значит «О, Господи». Стив сказал: «Когда я покупал эту землю, мой любимый участок, много лет назад, Господь сказал мне, что она будет служить молодежи. О, Господи!» Я решил немного пошутить. «Если среди вас есть баптисты, вы поймете, почему я так пошутил». Я сказал: «Это же потрясающе!» Стив спросил: «И что именно?» «Бог говорит даже к баптистам!» Вы все посмеялись. Затем Стив сказал, что пойдет домой и помолится. Дома он прославил Бога и спросил: «Господь, продать ли мне землю Перистон?» Затем открыл Библию, чтобы увидеть хоть какой-то ответ. Я называю это библейская рулетка. С этим нужно быть очень осторожным. Если не быть осторожным, вы скажете: «Дай мне слово». Откроете Библию и увидите стих: «Иуда пошел и удавился». Вы задумаетесь и скажете: «Бог, дай мне подтверждение». Вновь откроете Библию и увидите: «Иди, и ты поступай так же». О, Господи! Бывает, что, играя в такую рулетку, вы открываете Библию по 50 раз на день, пытаясь найти подходящий стих. О, вот то, что нужно. Предыдущие стихи — все не то, а этот в точку. Так вот, Стив открыл Библию и прочитал: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или земли ради меня, и не получил бы во сто крат более». Стив пришел ко мне и сказал: «Я продам тебе эту землю». Мы купили землю, и я говорил Стиву: «Поскольку ты охотно отдал то, что тебе было нужно и очень нравилось, Бог благословит тебя». И знаете что? В период сильнейшего экономического спада, оставшись без бизнеса, Стив продал мне свою землю. После этого его бизнес настолько расцвел, что ему пришлось нанимать работников и покупать оборудование, чтобы успевать выполнять заказы. Работа сама находила его. Он поднимал цены, чтобы избавиться от заказов, но все равно их получал. Как вам это? И вот к чему я веду. У кого-то из вас на часах 11:59, и вы даже не осознаете, что Господь уже готовит вам прорыв. Что же нужно делать? Вот что понимали Павел и Сила. «Я не позволю своим чувствам, боли, насилию, которое я пережил, не позволю тому, что сейчас меня никто не понимает, что я окружен теми, кто меня ненавидит, украсть радость в Господе, которая есть в моей душе. Я буду радоваться, несмотря на боль». Библия говорит, что радость в Господе — наша сила. В послании евреям Павел писал еврейскому народу: «Расхищение имения вашего приняли с радостью». Странный стих, однако Павел говорит: «Вы не приговорены к смерти, вас никто не убил, вы были лишены каких-то вещей, но не переживали об этом и продолжали служить Господу». Когда мне было 18, Джерри Севилл сказал такие слова: «Если дьявол не сможет украсть вашу радость, он не сможет удержать вашу собственность». Я говорю серьезно. Теряя радость в Господе, мы принимаем неверные решения. Теряя радость в Господе, мы становимся нетерпеливыми. В процессе покупки земли, строительства, во время спада, я никогда не терял радости. Я был очень воодушевлен. Когда меня спрашивали, где нам взять 2 миллиона на сталь, я отвечал:
Это Божья воля, а значит и Божий счет. Мы молились, и каждый раз, когда нам нужно было чудо, Бог действовал. Фрэнк, наш оператор, был свидетелем всех тех историй, которые я рассказывал. Мы сохраняли радость в Господе. Я научился основывать свою жизнь на этом стихе. Когда я начинаю терять радость в Господе из-за боли, тогда я страдаю внутренне, духовно, потому что радость была моей силой. Я теряю силу, веру, надежду. Так что же делать в 11:59, когда мучает боль, разочарование и когда двери закрыты? Продолжайте петь песни, продолжайте поклоняться, включите музыку и поклоняйтесь Богу. Идите на кухню и продолжайте петь свою песню. Если вы будете верны, если не сдадитесь, в конечном итоге Бог все совершит. Потому что уже 11:59 и близится полночь. О, Господь! А вот что еще важно. Я не говорю о том, чего не проходил бы сам. Я не проповедую о чем-то лишь с целью вдохновить людей. Я переживал это время много раз в своей жизни. Но всегда происходило так. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Поэтому вдохновляю каждого из вас, держитесь за Бога, продолжайте славить Его в боли и храните радость в Господе. Это ваша сила. И помните, вы не видите сейчас особых изменений, но если будете держаться Господом, если будете продолжать верить и молиться, все будет в порядке. Аминь. Давайте воздадим Богу великую славу прямо здесь, в Кесарии Филипповой. Скажу в оставшееся время. Видите эту пещеру? Под ней источник воды. Есть поверье, что это врата подземного мира. Именно здесь Иисус сказал, врата ада не одолеют церковь. Надеюсь, вы все поняли. Наша программа подходит к концу, но у нас есть особенное предложение. Пожалуйста, не переключайтесь и все узнаете. Я вернусь к вам через несколько секунд. Для меня огромная радость проповедовать об этом на израильской земле. Надеюсь, однажды вы сможете здесь побывать, потому что это потрясающее место. Приезжайте сюда вместе. Здравствуйте, с вами Перри Стоун. Я был благословлен тем, что моими наставниками были мужи великой веры, служители, которые не только верили в библейские проявления Духа Святого, но и сами действовали во многих духовных дарах, упомянутых в Библии. Однако многие современные церкви минимизируют, ограничивают или отрицают те 9 духовных даров, о которых Павел писал в 12 главе 1 послания Коринфянам. В этом особенном учении я по Библии докажу, что в христианской истории 9 духовных даров действовали до сего дня и будут действовать вплоть до возвращения Христа. Я с радостью представляю вам это 12-часовое учение «Дары Духа Святого». Оно записывалось как основной курс библейской школы. Вы услышите всю серию на 14 аудиодисках. Все верно, так много. В этом учении много разборов греческих слов, библейских сюжетов, исторических личностей, которые помогут определить каждый дар, его действие и замысел Бога об этом даре. Я также расскажу факты, о которых редко кто учит. Это невероятное 12-часовое учение с глубоким анализом доступно в течение ограниченного времени за пожертвование в $65 или более. Библейская школа в одном альбоме. Это часть нашей международной библейской школы. В вашем духовном поиске понимание 9 духовных даров необходимо не ради знания, но для вашего духовного роста. Чтобы заказать этот альбом, вы можете позвонить нам по телефону, зайти на наш сайт или написать письмо по адресу, указанному на экране. Сделайте пожертвование и запросите предложение GFT-133. Предложение доступно в течение очень ограниченного периода времени. С нетерпением ждем вас. Многие годы я учу о том, что такого понятия, как дар развлечения, нет.
Речь идет о развлечении духов, дух ли это Бога, дух человека или дух сатаны. Я хочу, чтобы вы получили эти аудиодиски. Это часть нашей библейской школы. Это полное и детальное изучение девяти даров Духа Святого. Я докажу вам, что дары Духа по-прежнему действуют. Этот альбом нужен вам, чтобы двигаться в этих дарах. Эти дары действуют не только в церквях, хотя меня учили именно так. Нет, Бог желает, чтобы вы двигались в этих дарах на вашем рабочем месте. Подписывая контракт, вы будете знать, подлинный он или нет. В отношениях с кем-то будет понимание, чисты ли мотивы этого человека. Дары Духа Святого, которыми наделяет вас Бог, помогут вам многое понять. Наше предложение уже доступно. Вам действительно нужно это учение, поэтому отправьте свой запрос сегодня. Ну а теперь о планах. С 5 по 7 апреля я буду в центре поклонения «Новая жизнь» в городе Тайлер. 1 мая приглашаю вас на саммит в церкви Вифезда. С 3 по 5 мая мы будем в городе Гриффин, церкви «Первая встреча жизни». 8 мая. Семейный христианский центр города Манстер. На нашем сайте можно найти полное расписание и информацию о наших поездках. Теперь хочу сказать о двух очень важных вещах. Я работал над посланием о Новом Завете и спасении. Сам я рос в доме не просто моего отца, но великого мужа Божьего, великого евангелиста и служителя. Я заметил, что прежние времена часто можно было наблюдать радикальное обращение. Радикальное не в том смысле, какой принят сегодня. Я говорю о настолько решительном обращении ко Христу, что люди сразу же избавлялись от любого алкоголя и всего того, к чему были привязаны. Об этом даже не нужно было проповедовать. Бог так касался людей, что те моментально сбрасывали все бремена своих зависимостей. В современных церквях я этого не вижу. Я вижу проповеди, которые внушают людям приятные чувства, однако те продолжают жить так, как всегда. Я верю, что Бог посылает этому поколению великое движение Духа. Он посылает его туда, где люди позволят Духу Святому двигаться. Я верю, если вы будете искать Бога и молиться о пробуждении, тогда мы увидим, как мужчины и женщины полностью преображаются. Одно из того, что с ними произойдет, они примут дары Духа. У меня немного времени, но скажу, что за меня молился Руфус Данфорд из Западной Вирджинии. Бог дал ему дар иных языков, и он мог говорить на 7, а то и 9 языках, которые знал мой отец. Руфус мог говорить с людьми на их языке. Старожилы Западной Вирджинии об этом помнят. Руфус молился за меня, и Бог дал мне тот же дар, о котором сказано в 12 главе 1 послания Коринфянам. Я ревную о том, чтобы дары Духа Святого действовали в теле Христовом, чтобы мужчины и женщины силой Бога спасались, исцелялись и освобождались. Так мы докажем миру, что Бог есть Бог. Через неделю я поделюсь с вами новым учением. Не пропустите новый выпуск. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его туру по Израилю с 25 ноября по 4 декабря с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Там вы найдете всю информацию о регистрации. Количество мест ограничено. Звоните.